Алло. Что так пошло? Становились мы. На победе от маньячки, по-моему. Если не ошибаюсь. Час 43, да, вот это должно быть. А, мы убежали. Вместе с дефектным этим Бодико. В этой комнате очутились и вышли из нее. Руки мы даже не рассмотрели. А, да, здесь кто-то в заключении сидит. Какой-то другой Мадико, адекватный. Ну, проще говоря, тоже дефектный явно. И нам нужно что-то, чтобы фиксатор с двери убрать. Короче, замок снести. Одним словом. Ох, вау. Beaten to death. Хаммер. Это нам поможет. Вот, хочешь пойти домой? А, это чисто русский, по-моему. Это русский Медико. Вы кто такие? Влад? Мы пришли, потому что ты звал на помощь. А, ясно. Меня зовут Магеков Хашаский. Магеков. Магеков Шалашаска. Магеков меня взял в заложники и заточил тут. А теперь позволь мне сказать, это человек. Я не плакал, поняла? Абсолютно не плакал. По мне так очевидно было. В любом случае, я уверен, что мои товарищи ищут меня. Я должен вернуться в мать Россию. Россию? До свидания. Че с этим чуваком не так-то? Да хрен его знает. Снегомагия. Как-то так. Да хреново, когда нету элеватора. Камере, но он русский, что непонятно тебе. Как чисто зэки там, знаешь, вырезают всякое говно там, качаются и все такое там, что они делают на зоне, вот, а этот вот слепил снеговиков на зоне чисто. Давай искать другой путь. Так, а может сюда можно? Нет, ротблок. Спасибо, что ушел. Окей. Смысла жить нет. Мы такие жалкие существа. Гадпорн. Чай отчаяния. Он холоден и смертелен. Нет никакой надежды на будущее. Комната эпика. Типичная комната эпика. Мир иррационален. Люди забирают все, что мне дорого. Я даже не знаю, кого ненавидеть. Что мне делать? И я. Сейчас повесится. Крест, сделанный из крови. Как можно из крови сделать? Ой, ладно. Проехали. Мамка, спасибо, что живой. А чё с мамкой не то? Все в конце мы умрем. Так значит, мы живем только, чтобы умереть. Глубина, глубина. Лишь одна вечно спасет смерть.
чисто депрессивный Манико. Почему я живой? Прон, прон. Прон, прон. Вот ради чего он живой, ради того, что вот чем набиты вот эти шкафы. Психотерапевты, психологи. Что в чатике происходит? Сегодня в БФ набежим, ну вот как-то хрен знает. Если бы я знал, что мне будет так печально день за днем, я бы не хотел даже рождаться. Why my life? Так, а в какой комнате был? Live to die. Только смерть. Вот. Делаю скриншот. У тебя 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кончилось время скриншотов. Больше скриншотов нет. Leave me alone. Why my life? Why was I born? Вот, еще больше why am I alive. Еще why was I born до кучи. Во второй раз нахожу эту оранжевую парашку и не могу до нее добраться. Хрен знает, как они так ее ставят все время. Так я не понял, что это. Мне кажется, я очень много пропускаю, конечно. Чисто чувствую, что некоторые элементы не нахожу. Наверное, выйду на какую-нибудь дерьмовую концовку потом. Даже мой любимый суп на вкус как картон. Вкусные проскита. Прайс биту проскита. Да, хвалите проскита. Забрать у него проскита, да, забираем. Вот, отнимаем последнюю радость у Мадико. В пучины отчаяния их отправляем. Кофе холоден. Холоден, холоден. Так, такое ощущение, будто бы он пытается столкнуть меня с обрыва. Чё, какие-то опрессивные дни, блин. Хрен знает. Все эмоционально хрупкие благодаря тирании Мадико. Что жизнь, что смерть. Философы. Комнатные. Да, печаль. Мое сердце плачет. Ритейл, ну ты весь стрим смотрел или как? Прошлый? Или ты там дропнул где-то на какой-то момент? А, уснул среди... Ну вот. Там и в теме. Ау, внезапно стало такое милое. Возможно, это комната Мадико. О, можно срать и в комнату, круто. I love you. Фотка Мадико. И там вообще улыбка вселяет ужас. Получена страшная книжка, вот. Были пронбук, а здесь скейрибук. Карабаш пойдет чипс пром пепперончино. Во, пепперончино посмотрели. Ну тут так вот отдал сон, то есть у нас фигня какая-то. Скейрибук, окей. Набитый Мадико. Чё? Мадико, который... блин. Стонал от агонии, что ли, блин. На грани смерти или что-то такое. Вновь отправляясь в страну тьмы. Это вообще ад. Игрушечный Мадико. Вот. Ему у всех такое описание будет.
Безумная. Да, СД, я вижу все чатик. На пару лет от слова на мамку. А, бушка вообще. Вам нужен Феникс Райт. СД, ты чё, на Ютубе просмотрел всю концовку или чё? Распятый Магико здесь тоже. Мистер Дефектный Магико. А я-то думал, почему ж я тебя не видел, так вот почему. Хасу, тогда же ты попал в лапы Магико. Давно не виделись. Вау, живой. Что же произошло? Да я тоже думал, что не подусь. Это длинная история. На Тиви Дропс. Ни хрена, ты куда бегаешь? Услышите меня, лорд Проскиты вечен. Всегда следит за нами. О-о-о. Давайте помолимся. Мы верим в нашего лорда. Оу. Так ты и есть Хасу, да? И? Я тебя полюблю на кусочки. После этого она убила всех Магико, кроме меня. Там истории вообще манки. Мой маленький Хасу, иди сюда. Это было начало кошмара. Маленький милый Хасу. Во что мы сегодня поиграем? Нет, остановись, пощади. День за днем я страдал. Испытывал истинные мучения, пытки. Это была судьба гораздо хуже, чем смерть. Она мучила меня с улыбкой. Тя! Боги. Вот теперь ты пришел. Она опасна. Бегите, пока вас не нашли. Она уже нашла. До того, как мы забрались в элеватор. А, ясно. К несчастью. Тогда хреновая идея возвращаться обратно. Ну... Ред, не знаю, у них всегда рожа довольная. У них не бывает недовольных рож. Я вспомнил, здесь есть секретный проход. Что? Под кроватью Магико в ее комнате. Находится проход на 5-й этаж. Я пытался убежать через него, но она нашла мне и сломала мои конечности. Хасу, ты пойдешь с нами. А, как добро с твоей стороны, спасибо. Но нет никакой нужды. Я думаю, что для меня все закончено. Хасу. Мои чувства уже все мутнеют. Мое тело. Я перестаю чувствовать свое тело. Я хотел с тобой снова поиграть. Но все в порядке. Рай Проскиты прямо перед моими глазами. Хасу поднялся на небеса. Чё, он с ума дико хочет сыграть игру? Это шутка или серьезно? Between Heat and Russian.
Ну это... это, конечно, явно, по-моему, фейк какой-то так уж. Народ чисто поугарал. Но если серьезно про этого русского генерала сделают, то это да, это вообще 10 из 10 будет игра. Тема очень крутая, да. Да, место без печали. Проскита рай. Магекосы. Все магекосы вернутся к крови. Ну как, к праху, да, тут кровь. Как-то так. А потом этим магекосам покажут рай. Ну, предстанут перед раем. Лорд Проскита очень добродушен. Прощает грехи всех магека. Лорд единственный истинного бог Проскита, сияющий и прекрасный. Спаси нас, живущих в грешном мире. Ах да, душа Магека и едино снова. Ну вот, поднимись, ребенок. Хасу. Трагичная смерть. Вау, ну, погодите. Все магека возвращаются к крови. Так, давайте засеемся. О, и разрежем трупик магека. И чё? Не-не. Давайте без... лишнего рукоприкладства. Я стараюсь по минимуму жестить, как бы. Но при этом я отнимаю всех магекосов этих Проскиты. Биопроблемы. Бил проблемы. I came to laugh at you. Так. Дартс. Помести сюда фото, либо того, кого ты ненавидишь. Scary book. Во, панцу Мадико. Ааа. Fuck yeah. Чё он колу распивает? Делишь кола, да? Так. Давайте в кроватку. Или не давайте. В той комнате я все сделал. Да. Там все. Погнали. Он был моим другом, знаешь ли. Наверное, тяжело терять кого-то близкого. О, я вижу лестницу. Так, мы заберемся на следующий этаж. Этаж 5, почти уже здесь, мисс. Ага. Очень голодный, гротескный магека. СД, ну это 10 из 10 концовка, я считаю. Так что это... посмотрим, что получим. Я, может, другие концовки постримлю с Ютуба. Потому что игра, в принципе, хорошая, она мне нравится. Почему все однажды должно сломаться? Так. Мне ждали играть, а нет, хрен там.
Мисс, что у вас на уме? В порядке? А, да, ничего. Вот, теперь могу ходить. Парам-пам-пам. Тупик, тупик, тупик. В школу где-то тирэч. А вот есть альтфаки, которых в детстве не было тирэча. И они теперь страдают. А, постойте, мисс. Мы должны сперва проверить вон ту дальнюю комнату. Откуда ты, падла, знаешь? Госпиталь Магека. Вот да, когда я был в школке, был еще тот самый, кстати. Помню по срачам в этом, как его. ФД. Вот. Там был рязанский тред, чисто ФД, еще на том самом. И там отборные срачки были, я тогда еще тоже, как бы, по косплею угорал, все дела, и там все кидались какахами, это было очень душевно. Все такие анонимусы, как бы. Причем читаешь, и понятно, кто пишет уже по писанине, вот что ВКонтакте сравнишь, что тут прям уже понятно, где кто пишет. Но все анонимусы. Это было так забавно. Вчера мой друг погиб от этой, как его, простуды типа, я так понимаю. Я ничего не мог поделать. Картинка чего-то. Еще одна картинка. Шаркфин. Это как его? Акулья, это как его, чешуя. Календарь. Потише в госпитале. СД вообще все проспойлерил, себе проспойлерил, всем проспойлерил, пришел. Концовки рассказал, про сиквел там бросил. Ты что творишь, блин, наркоман? Я вообще тебя шатал. Откуда такой вырисовался? Чисто ворвался на характере. Все пояснил. На своем тритропсе начитался. Наркоман. Мы не принимаем никого, от кого несет секретками. Это слишком. Ты ничего не сделал не так. Не плачь, Джон. Отравление пиперончина. Это то, что нельзя вылечить. Тикс. Тикс. Вся суть игры его. Вся суть игры это Дикс. Вау. Кто все эти персонажи? Крутят анимцо The Grey Garden. Да никого я банить буду. Мэй, правда нет, во-первых, а во-вторых, да даже если ты были бы, я бы не пользовался ими. Нахрен надо. Почему госпиталь? Мисс, в худшем случае мы затаримся випанами тут. Откуда здесь оружие? Так, давайте посмотрим, на каком этаже это было. А? Ну, слушай, даже я буду не в безопасности и без оружия. Ват, это же госпиталь оружия. А я тебе что не говорил? А? На этом этаже есть огромный пожирающий людей монстр. Не все так плохо, как с Мадико, но... И он должен быть в клетке, но на всякий случай, знаешь ли. А еще да, это госпиталь, но здесь очень много оружия и игрушек.
Че не так? У меня живот болит. Уже есть, да ладно, какие вам, вы что, серьезно? Да ну зачем, пацаны? Мне они не нужны, можете сами, можете убрать. Права эти ваши. Модерировать ничего я точно не собираюсь. И бананы ваши раскидывать. Так. Мы уже на первом. Ладно, мы на первом. Давайте на второй. Ладно, не буду говорить, что мне интересно, а то сейчас из-за своими спойлерами мне все расскажет. Лучше даже не интересоваться. Мысли вслух попридержать. Че, все умирающие мадико, это все круто. Хрена пустые комнаты мне. Да не буду я никого банить, успокойся. Еще один умирающий мадико, который ничем мне не скажет. Еще одна дверь с платы мадико, который мне ничего никто не скажет. Даже про скиты не отнять ни у кого. О! Что-то нашел. Кнопочка под кроватью, да? Давайте нажмем, почему нет. Где-то включил свет. Кнопочка подкравлять его. Для включения света. Я просто уже не знаю. Так, третий. Оу. Заляпанная вся кровью. Пацаны перевернулись, короче. Затылком кверху лежат. Вау. Вау. Так. Еще одна комната. Цепитом. Один плакса. Уи. Это все, что я узнал из этой комнаты. Крайне полезная информация. Во. Фат. Привет, Вилли. Йонака открыл дверь и полетела. Заглянула. Тут СД должен был выпрыгнуть в окно. Пя? Что случилось? Нет, просто мое воображение. Госпиталь или страшное место. Такое ощущение, будто бы зомби вот-вот выпрыгнут в любую секунду. Ты слишком много фильмов смотришь. Да, сэр. Офигеть. Глюны у нее. Наполнены вещами. Хавспрей. Инсектицид. Фат. Так, ключевая айтема. Окей. Короче, жуков травить, наверное. Оу. Я сохранился. Ура! Да, она и правда смотрит слишком много фильмов. Отвечаю.
Ой, тут все сидит там. Я даже не хочу комментировать сложившуюся ситуацию. Этим норм, короче. Привычная такая больница, блин. Так, не тот. Вот, выше, выше, выше. Чё, почему я использую цикицы? Омерзительный жук был сожжен. Видимо, короче, элеватор блокировался, пока я... Когда я пришел на третий этаж. Но я этого даже не заметил. Надо было, видимо, тыкнуться сюда, чтобы мне сообщили о том, что он заблокировался. И, короче, я таким образом даже был не в теме. Вкусные броски-то? Нет, я у тебя их сниму. Они тебе ни к чему. Weapons. Lots of weapons. Чё это за место? Здесь чё, в натуре есть оружие? Всё время сюда ходил? Ах, были же деньки. Да, вот мы пришли. Rocket Launcher. С этим мы сможем победить того монстра. Выглядит опасно. Так, закончили с госпиталем. Теперь давай пойдем к той самой двери. А, чувствую себя неуютно. Так, а я даже не знаю, о какой двери идет речь. Наверное, чуть на первом этаже. Давайте первый. Ай-яй-яй. Просто комната ожидания. А вот дверь, точно. В которую мы не могли зайти сразу. О! Вот куда сейчас войдет Rocket Launcher, я чую. Вот в эту вот подругу. Как раздражает. А, черт, какого хрена? Как вы посмели уйти от меня? Я вас поймаю и сломаю всех. Ну, я нашел панцирь в комнате маньяков уже. У маньяков появилась хорошая идея. Ну, как дойду до инвентаря, так и покажу. Сейчас кинцо идет. Какой длинный залп. Мисс, да, что не так? Ты знаешь, как на каждом этаже есть особенный Мадико? А, такие, как немного странный Мадико и проскита фея, верно? Да. Я должен тебе, думаю, сказать историю создания этого замка. Однажды был один одинокий человечек, и не в силах держать это все в себе, он создал замок исключительно для себя. Он стал королем этой земли. Королеству нужен замок для его короля. Таким образом, король стал прямо в центре. Вот он и ездит в замок. Но внутри замка ничего не было. Это был просто мир из ничего. Король потупил,
и создал 7 модико. Это были особенные модико. На каждый этаж поместил по одному, чтобы они были защитниками этого этажа. А затем король создал еще целую груду модикосов. И земля стала гораздо более живой. Король смотрел на нее, был удовлетворен. Такая вот история модикосанка. Ловко, я думаю. А тот король, который сделает замок, тоже он такой. Он Мадико. Чё, очередная какая-то. А, очередная, типа, это разница, которую на слух не разобрать. Ну, как вот эту тянку. Маньячку зовут Моги-Ко, а вот остальные просто Мадико. Да, на слух одинаково звучит. Да ладно, хрен с этим СД. Да, с маленькой буквы. А, все Мадико с большой, а это Мадико с маленькой буквы, вот. Король Мадико просто пишет с маленькой буквы. В этом разница. Не жалуйся мне, говорит. А, да, панцу Мадико. Вот, а это Мадико через черточку, да? Король Мадико это с маленькой буквы пишется. Вот, Мадико Тян пишется через тире. А остальные простые Мадико. Вот они. Такие дела, пацаны. Канал закроют. Неделя, просто неделя. Так, куда я пришел? О, наверное. Налево нельзя, я все понял. Сейф. Так, вот это давайте. Пугающая крипи музыка. Лабиринтики, прям словно под беготню созданные. Все уже идет к тому. Я потерялся. Окей, значит это ждет меня. In before это просто... Даже ни одной развилки. Хочу жать. Проски ты будешь? Нет. Вау, какой он вредный. Слишком мило. Нифига ему типа. Упрямый, не вредный, упрямый. С топором. Ну, да хрен с ним. Трудности перевода. Это место страшное. А, да просто привыкну же к нему. Не говори мне этого. А, нет, СД, я ни одного Мадико особого не убивал специально. Я как бы понял, что беспределить не стоит, поэтому я пощадил всех. Семён был как Валя из физрука, господи. Проиграл с подливой. Пытается не заснуть. Перестань быть таким милым. Ну и я сразу понял просто, что... Как бы убийство ни к чему хорошему не придет, невинных этих ребят. Поэтому я решил не расходиться, скажем так. Мои друзья все в этой клетке. Я пришел помочь им. Но я не знаю, как открыть ее. Ты угораешь. О, у него. Yes, hi, ok. What? 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 What?
destroyed zone can never be opened again. Yes, hi, ok. Блин, пацаны, чё делать? Блин, я себя чувствую плохо. Kill this bread. Yes, hi, ok. Дед. Не. Shutdown title. В эту комнату вообще не заходим, короче. Яйкс. Поговори со мной. Крипи все такие к стенке уперлись. Эти длинные коридоры, наполненные долбанным ничем. Нет, они просто к стене уперлись. Мисс, да. Знаешь, я... Здрасте, слышите меня? Этот голос Мадико. Вот. Public Service Announcement. Поймайте школьницу и дефектного. А? Сколько же их тут? Мисси, просто бегите. Не-не-не, хорош. Моги. Моги. Много дверей. Черт, да. Повинуйся своему чувству. Да ты че, угораешь? Да. 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 Могиги. Падла. Давайте пробуем третью. Да это западло вообще. Чисто развели. Где как Касл Гайден. Дженерал Хашаски седой играет адвенчер. Два. Один. Три. Два. Три. Конечно. Я вышел! Спасибо тебе, спасибо. Я просто уже нажал бежать вверх, как бы уже готовый к ретраю. А тут. Тут. Такое-то западло. Сюжет коротко. Короче, жил был четвертак, он пришел в чатик к середине второго стрима и не в теме, что происходит. Сюжет вкратце. У меня, да, конечно, с моими вайфу вечно френдзона. Они не могут мне ответить никогда взаимностью. Очень трудно.
иметь 2D отношения. Ты с ними разговариваешь, вот они у тебя на экране, а они тебе не отвечают. Знаешь, как трудно? Один. Три. Два. Еще раз два. Вот Oculus Rift. Одно спасение. Вот окуль жду. Может быть, чуточку взаимности получу. Та-да! Маца, что пришли ко мне. Ну так. Магико приготовила вам потрясный подарок. Возьмите, возьмите. Воу-воу-воу. Не-не-не-не. Чё это тут делает? А клетку передвинули. Оги-ги-ги. А теперь... Прекрати. Не хочу. Такая злобная. Ее лицо когда? Вот это вот ее лицо когда? Окей, мой маленький милый монстр. Жрать. Я так не думаю. Чистого Rocket Launcher. Это ЦГ, это ЦГ. Это просто 10 из 10. Мистер Дефектный Мудико. Это слишком большая для тебя пушка. Не парься о мелочах, мисс. Получаем, монстр. Вот. И в этом отдаче должно было убить нахрен. Вау. Вау. А? Особый скилл Мадико щит. Тихий. Мисс. Думаю, мы должны бежать. Ты сказал, что ты уделаешь его этим. Ну извини, не сработало. Да не может быть. Слишком расслабился. Я... Сейчас будем бежать. Go Monster. А новый Wolfenstein выходит на PS4, кстати? Актуальный вопрос. Если он будет на PS4, может быть, и может быть, можно было бы глянуть. От меня не убежать. Воу-воу-воу. Как ты взорвался? В 2009-м, который был, по-моему, прикольный, я вроде играл. Вроде. А может, это было раньше 2009? Нет, по-моему, 2009 как раз. Произведённое измерение. Ну да, он же вроде забавный был такой штанчик. Я его воровал на ПК, но что-то мне норм был тогда. 5 лет назад. Как далеко нам бежать? Это плохо, это очень плохо. Кстати, я так и не прошел, я его дропнул. Но тем не менее. Это не радует. Ну да, может, если бы я заплатил за это добро, там, кусок и более, то, может быть, бы... Ну да, это Generic Shooter, самый обыкновенный был такой. Ну вот. Чисто побегать, пострелять, соворовать и так это. Было нормально. Если покупать за 2300, конечно, конечно, да. Хотелось бы побольше чего-то. Нет, помогите. Сюда. Скорее. Хорошо, они ушли. Муфуру. Муфуру. Ты в порядке? Тебе то же самое.
Словно меня сожрет такая фигня. Мисс, это Муфуру. Особый мадико этого этажа. Кажется, я вижу ситуацию. Я вас проведу на следующий этаж. С пушистым вот этим. Вообще, не понял, ну ладно. Спасибо, Муфуру. Когда мы там будем, до седьмого этажа рукой подать. А насчет тебя чё? Пойдешь с этой леди? Не думал еще об этом. Может быть, по миру по колесю. Туда-сюда. О, ясно. А вы, молодая леди, Янака, не так ли? Да. Ну, вы молодца, что прожили столько. Ну, мистер дефектный Мадико помог. Так не похоже на тебя. Ты заткнись. Ого. Ну вот, спешите, пока эта отмороженная не пришла. Ну когда воруешь игру, у тебя еще и, так сказать, игра говно, ты ее дропнул, как бы, и все, и не паришься. А когда ты за нее заплатил, кровный, у тебя бадхёрт уже начинается. Понимаешь, как бы, дропнул вроде, ну что-то скучно, надоело, дропнул, да. Ну как, собственно, в общем, что ты дропнул, я уже говорил. Если ты чисто дропаешь, ну ладно, ну чё, обычная какая-то игра такая, так себе. Ничего выдающегося. Побегал, пострелял, дропнул. А вот когда твои там 2-300 в ней лежат, вот тогда уже, ух. Просто на Луну отправляешься. Я смотрю, здесь мадикосы все какие-то эти, пушистенькие. Да, их зовут Мафукусы. Мафукусы. И они заражены бланк-флав магипаразитами. Бланк-флав паразиты. У меня фоточка есть, вот, смотри. Какие-то нянкеты. Что за... Как-то омерзительно. Почему у него вообще с собой фото этого есть? Очень заразный, что ли, что-то такое. Поэтому заинфицированные мадикосы, то есть уже мафукусы, их всегда казнят. И их скармливают вот этим, вот этому монстру. Такие дела. А те клетки по пути сюда, это все для карантина. И эту болезнь так еще ни разу не вылечили. Не может быть. Они же ведь становятся просто все пушистики от этого, да? За что их казнить? Ну, они погибают через месяц после инфицирования. Появляются симптомы, как головная боль, боль в животе, обливание, головокружение, обливание кровью, а потом смерть. Здесь безопасно находиться. Ай, да, не заразится человек этим. Ну и 7 особых мадикосов тоже. А мистер Муфуру? А я всегда так выглядел. Извините. Да, все немного запутано. Да, монстр меня однажды перепутал, принял за Мовку. И чуть не съел меня много раз. Такие дела. Флав-флав. Флав. Флаффи декоратив плант. Вот эти тяночки все время встречаю. Ну как, все время. Встречал уже. Давай уже отсюда выберемся. У меня. Я должна вести какое-то шоу после этого. Before, все, что здесь происходит, это какое-то телешоу. Ой, это Крада. Добро пожаловать обратно в мой телефон. Не роняй это, дурочка. В
Прими чайку, Флав. Флав? Флафи? Флафи Бук, во, пушистая книга. Чисто пушистая книга, блин. Моф-моф. Амалур, пацаны, не покупайте Амалур. Амалур не покупайте ни за что. Я даже стримил на Омске. Давали в плюс АЧ, короче. Скачал. Меня на 2 часа хватило. Я понял, что это вообще беда какая-то. Провал года. Ну, Амалур это то же самое, что World of Warcraft на... оффлайновом серваке, знаете, вот пацаны раньше запускали серваки у себя дома, да, вот то же самое. Только ты играешь один вот на этом серваке, и все вот. ММО, в котором ты играешь один, зачем? Даже фри-ту-плейное говно, наверное, и то веселее. Это реально трагедия, а не игра какая-то. Ничего платить за это нет, просто нет. Странный жук. Потрогать его? Так, нет. Концовка плохая, плохая. Плохая концовка, я заразился. Этот жук. Вот, загадочный жучок прыгнул в ротик Янаки. Вот, ворвался в тело Янаки. Внутри меня... Это мерзительно. Оно ёрзает. Прекрати ёрзать. Крутая концовка. Бэден паразит. Да. Флаффи Пейнтинг умирает через месяц после заболевания. Фури заболевание, видите, пацаны, все фури должны умереть через месяц. Как становятся фури тварями, так что, блин. Аккуратнее с этим делом. Дневник Флафа. Флаф, 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 флаф. Да фурфагу неделя осталась, вы что думаете-то, блин? Вот не трогайте его, кто тронется до фурфага, тот тоже станет фурфагом. Вот таким вот, а покроется и будет флафить все вокруг. Флафи бэт, вот. Чё за оранжевая фигня? Я вижу на протяжении всей игры и ничего с ним не могу сделать. Только, как правило, они находятся от меня вдали, чтобы я не мог их потрогать. А вот сейчас впритык тоже не могу. Флаффи Пейнтинг. Чай в нем этот, как его, мех плавает. Да, четвертак, это смертельно опасное заболевание, там они блюют кровью, у них болит голова, живот, и они умирают через месяц после инфицирования. Но пока они болеют, они становятся пушистиками такими, вот. Интересно, а как бы выглядел дефектный Мадико, если бы он был флаффи, пушистиком? Не воображай странные штуки.
Вау. Пушистый путь. Души мертвых Мофука становятся звездочками, которые падают на землю. Вот в следующий раз будете смотреть на падающую звезду, вспоминайте, что это Мофука, которые погибли за ваши грехи. Нет, а болезнь-то не лечится, что поделать, она очень заразная. Говорят же он. Заразился всего месяц. А теперь отдайте свету у лорда Проскита, чтобы пойти дальше. Хорошо. Да защитит вас лорд Проскита. Музин вообще. Вы уверены? А? Да забей. А теперь идите к божественному свету. Блин, Музин вообще от души. Килл, не-не-не. Отдаться божественному свету, да, отдаюсь. О, Магико. Новая игрушка. Ты скучный, такой скучный. Эй, постой, успокойся. Ты со мной не играйся. Нет, это особый Магико. Опять же, если бы ты слушал сейчас, что происходит, то болезни не подаются люди и особый Магико. Особый Магико на каждый этаж по одному. Вот, собственно, вот здесь вот этот главный чувак. Он особенный Магико. Он только выглядит как заболевший, на самом деле он не больной. Кошмар никогда не кончался. А вот хрен пойми, но я так понимаю, как если я напрямую в врата он запрыгнул, этот жук, то он заразился. А в остальных случаях, я так понимаю, просто при соприкосновении заражаются Магико. То есть ей, чтобы заболеть, я так понял, нужно было сожрать эту парашу. Все в порядке, братишка. Даже если ты... Даже если... Не, я не против. Потому что мы... Льют. Льют. Так, это короткий путь. Мы можем быстро подняться на 7-й этаж. Хорошо. Семён, да я тоже о том подумал. Хрен знает. Замок Магико. In before бесконечная лупа, нет. Это дом в то же самое место убросило. Мистер Дефект Магико, да. Это значит довольно поздно, но... Спасибо, что помог мне за все. Я определенно одна бы так далеко не добралась. А, ну, прибереги это до тех пор, пока ты реально не убежишь отсюда. А то хрен знает, что еще может произойти. Ну да. Ну, это вход в библиотеку. Библиотеку. Это самый шорткат до 7-го этажа. Любым другим путем было бы трудно пройти. Так что вот. А? Че вот? Да ничего. Ладно, пойдем. Хорошо. Ч
Что-то не похоже на библиотеку. Хотя в темноте плохо видно. Не-не-не-не, это... Ясно. Так это твоих рук дело. Мадико. О, Мадико с маленькой буковки, это король. Добрались до короля, походу. Кинг Мадико. Йоу! Добро пожаловать в замок Мадико. То есть мой замок. Че это за фигня? Дефектный Мадико. Он король этого мира, создатель замка, король Мадико. Чувак, Янака! Ты такая крутая, знаешь. Ты даже уделала Мадико. Моги, ха-ха-ха. Он вообще никак не отличается от любого другого Мадико. Но... Я ни за что бы не подумал, что ты помог бы ей. Помогла бы ей. Нет, помог бы ей, это он дефектно говорит. Что ты сделал с библиотекой? А, эта штука? Сломала ее? Маги. Она мешала. У меня и так уже были все мои любимые книги. Так что кому еще это место нужно было? Да почему ты? А, ты меня раздражаешь. Я так и знал, что следовало тебя убить. Мечтай. Когда ты в мире Магитана, ты не сможешь делать все, что захочешь, маги. Мои солдаты позаботятся об этом. Приготовься, маги. Я не фанат этой идеи. Пушка. Я так просто не отдамся. У тебя все еще есть он. Мисс, я всегда, в общем-то, очень бережливый. Аккуратный. Извини, Мадико, я не могу отдаться так просто. А, постой. У меня нет щита Кумодека. Это было определенно ярко. Напасен. По крайней мере, что-то это должно его делать или что такое. Пару минут спустя. Так где мы? Понятия не имею, что за место. Пойдем вперед. Че, серьезно? Так вот, твоя интуиция оказалась неверна, а? Дефектный Мадико. Черт, да где мы? Ну, если библиотека была уничтожена, интересно, в порядке ли он? Вперед. Это первый этаж? Нет, это не так. Оу. Эти трипы.
Эти трипы. Что с этим местом не так? Never mind that, let us lob, who can say. Миссия, чем это вы только что? Мне пофиг на своего брата вообще. Мистер Человек на маньяко. Пока у меня есть ты, тогда... Ты что-то несешь? Это серьезно. Пожалуйста, посмотри мне в глаза. Человек на маньяко. Ты бы со мной не это... Года спустя. Вау, этот закат здесь всегда такой красивый. Да, ты права. Чё было ли это? Ай, ладно, хрен с ним. Это... После того, как мы избежали замка, здесь мы и оказались. Прошло так много времени с тех пор, в моей памяти все еще свежо. Было такое испытание. Да, было. Мисс. Пожалуйста, оставайся со мной вечно. А? Конечно. Мисс. Фиг не будет ко. That face. Просхита Love Affair. Wow, the Sunset Hill. But then. Oh boy. Король в шоке. Continue с этого момента. Чё это за место, да хрен знает. Думаю, нужно глядеться. Это. Потише, пожалуйста. Эй. А? Чё не так? Разве Мадико не уничтожил библиотеку? А, да, начальник библиотеки заранее прочувствовал это и переместил библиотеку сюда. Разве наш начальник не крутой? Мисс, возможно, надежда еще есть. История женатого Просхита. Энциклопедия нишевых фетишей. Это полезно, маги. Это позиция Просхита. Просхиты — это то, чем они питаются, они обожают. Он продукт богов, превосходящий все в этом мире. Это вот какое-то мясо, что ли, или что-то такое. Вот видишь, вот это вот. Можешь погуглить. Они все время жрут его. Молятся на него и все такое. И типа, что вот рай у них — это место, где бесконечно анлимит от Просхита обитают. Ветчина острова, вам подсказывает. Шиматик, 48 Basic Techniques. No food or drink. Да, еды и питья вот нельзя в библиотеке, а Просхита можно. Прон. Отличная библиотека, мне нравится. Была бы у меня такая около дома. Я читаю книги, Модия. Да, я вижу, какие-то книги читаешь. Он полный шкаф книг, блин. Be quiet in the library. Please return books within 2 weeks. А, фотоальбом Чик.
Желток прекрасный, как ты. Ну да, как бы. Окей. Я читаю книги моги. Ого, что читаешь? The Warforged Statement. Книги они читают. Прошу-то, так вот как это еще читается. Прошу-то. Окорок итальянский читатель. Итальянское блюдо, короче. Блин, они что, сырым жут? Не нужно обрабатывать термически. Вам блевотное говно. Брускеты с прошутто. Выглядит дисгастинг. Так, ладно. Писали в чате, ну я в чат так это... Проглядываю, конечно, но... Мой мозг фильтрует всю лишнюю информацию, скажем так. Стримерский мозг фильтрует инфу. Чё, это здесь стена? Не, не стена. Open Egami! Почти к Сезам, только Egam. Вот. Egam, откройся. Мир пирогов, смотрите. Пироги торчат из земли. Чип-чирп. Chicken cookbook. Тори Никуно Табеката. Куда? Куда? Чипчер. Опять этот параша оранжевый, вообще не понимаю для чего она. Ко-к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 о. Давно не виделись. О, хорошо, безопасности, Мади Коко. А, так это ты живой, да? А чё, птицы делают в библиотеке? Да и никакой причины, я так думаю. И... Этот... Бафун Мадико... Внезапно так захотел уничтожить библиотеку. Клакели, да. Кок-кок-удачно. Кок-удачно, что мы переехали сюда. Коко. Что же он такое задумал? Да кто знает. Возможно, он хочет эту школьницу в первую очередь. Ну, все будет не так, как он захочет. Внезапно вспоминая прошлое. Раньше было все так спокойно. Как удачный перевод, да. Яй-яй. Вот все Мадико с всех этажей собирались, бухали тут. Палки шумные. Мне бы вафелек. Ну же, лорд Проскита покарает вас за подобное поведение. Коко, а?
Это и правда была личность кровавого духа. Да, он стеснялся, когда перед ним была девушка. Какого хрена? Итак, Мэдди Коко. Мы здесь потому что... Да, я знаю, и вы хотите на 7-й этаж? Тогда используйте это яйцо-телепортатор. Извини, Мэдди Коко. Да, без проблем. Мисс, это очень удобно. Мы можем телепортнуться на 7-й этаж. Так, ладно, пацаны, я сейчас это в душик метнусь минут на 5-10. А тут вот это. Там, да, Вели. Очень срочно. Иисус родился, и нужно помыться, короче. Какие-то такие дела. А завтра мне не разрешат мыться, говорят. Вот. Понимаете? В чем дело? Типа не положено. А вот сейчас вот можно. Да, 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 Грин, вот. А завтра нельзя, мне сказали. Все, завтра не будет души никакого. Я ничего не могу поделать с этим, так что придется сейчас сходить.
такое. Морф прогнулся по системе. Ну, Морф 21 год живет с этой системой по соседству, так что я уже понял, что это все бесполезно абсолютно. Когда с этим живешь, ты можешь пару раз подергаться, потом понимаешь, что нет, ни к чему хорошему этому не приводит. Тут надо просто сваливать и все. Больше путей нет. Пока ты живешь в этом монастыре, приходится подчиняться. О, как. Ну-ка. Вот, пошел, рассказал про эту фишку, про можно мыться все дела. Я чего, ни хрена не сработает, но... Не посетил сражение. Пылесосил за 5 минут до... Нет, это я свои волосы пылесосил после душа. Храм-то не, ну когда-то тащат, но вообще нет. Никакого желания, я буду спать до обеда. Как последний антихрист. Вот, продолжаем, короче, наши игры. Ты уверен, что это сработает? У нас другого выбора нет. Ну, давайте телепортируемся. Как я тут... На две страницы обсуждения происходящего. Только потому, что меня засаманили в душек. Выиграть в пасху грешновато, Грин, грешновато. А особенно в батлу. Вот в батлу вот точно нельзя. Вот сейчас через 3 минуты и все, и в батлу нельзя играть. Ой, яйцо меня засасывает. Не волнуйся, все быстро пройдет. Я так не думаю. Вот. Аккуратно. Как горим быстренько. Че, думаешь, не грешновато в Dead Nation-то? Какая-то сатанинская игра же. Мадико-ко. Ох, боженьки, похоже, что Мадико вмешался в наш телепорт. Не может быть. Какой прямый. Я его так ненавижу, Коко. Ты в порядке? Да не, ничего. Нам нужно только поспешить. Но я сказал, идите, я буду в порядке. Извини. Убить не чё, как можно такого петуш не убить. Король Мадико. Не, чертак, я выкачусь на нормальную концовку вместо трушной. Я хочу на трушную, хоть в кои-то веки пройду за трушную концовку. Тебе не сбежать. Маха. Вот они, туда. Миссия. Наш телепорт обвалился. Но если мы пройдем здесь, то мы доберемся 7-го этажа. Я тоже должен быть упрямым. Я не могу им проиграть. Так что беги со всей силы. Хорошо. Становитесь за ними.
Эй, вы думаете, вы можете убежать от Магитана? Моги, моги, моги. Бам. Это было слишком очевидно, конечно, но... На всякий случай нужно проверять такие вещи, а то мало ли вдруг что там. Куда-то да и зашли. Могиге, вам не убежать. Могиге, меня зовут Мадека, 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 Мадека. Люблю проскита. Вас тоже люблю. Я ха-ха. Оу! Крыски, ребята, а? Эй, я занял туалет. Или... Ты хочешь посмотреть на Магитана? Ха, проткнуть ли Магека через дверь? Yes, хай, ок. Блин, не, не хочу никого убивать. Хай. Эй, ва-ва-ва. Замочил в сортире чисто. Воняющий дерьмом Магека прямо за дверью мертв. Не-не-не. Ладно, ща, может отдамся где-нибудь до ретрайги, не знаю. Может мне дадут ретрай с этого места, потому что нехорошо их убивать. Ну и где они? Во-во, отлично. Поймали. Так, откуда начнут хоть на 10 локаций? Не с этой, с предыдущей, но уже что-то лучше. Уж сейв был далеко до этого. Эй, он все еще убитый, не. Не пойдет, не пойдет. Внизу полтинник, по-моему. Более того, там концовка это оригинал. Лучше читаем мангу. Она в два раза длиннее. Просто там мультик, походу, в какой-то момент догнал мангу, и поэтому они быстро завернули шоу. А так довольно-таки это близко к оригиналу. Или можно читать, смотреть мультик, да, до конца, а потом продолжать с момента мангу. Чтобы увидеть, как там реально все дальше пошло, как кончилось все такое. Ну, там в манге дальше жара, да. Происходит. Гораздо круче, чем первая половина. То есть вот экранизировали реально ровно половину, по-моему, вот, манги. Не, мультик был отличный. Я начинал сначала, глянул первую серию, причем у меня какой-то рип был, у нас в сети лежал один рип, да, интернета еще не было. Один рип лежал, и рип какой-то с VHS. Он такой, знаете, блевотно снятый такой. Все цвета поломанные, все цвета такие зеленые, такие полоски такие проскакивают, шипящие такие, типа, вы знаете, это реально. Чисто как будто на VHS смотришь, вот он реально так был заснят, такой рип. Просто омерзительный. Я глянул серию сначала, дропнул, потому что какой-то реально параша какая-то. Потом, что-то, не знаю, почитал, типа, что вот суперский вообще мультик, типа, нельзя дропать ни в коем случае. Я такой, ну хрен с ним, пересилил себя, пару серий глянул, а потом уже все, потом уже не оторваться дальше, все очень круто. Затянуло. Я и Ковбой Бибоп дропал на первой серии, я помню. Потом опять же так решил, типа, ну ладно, надо досмотреть. С тех пор понял, что дропать мультики это говно полное, потому что... Одна серия, как правило, вообще ни о чем не говорит. И две серии, три, может даже там. Когда как.
Вот досмотришь до конца и чисто уже. Можешь что-то сказать нормальное, когда там глянешь одну-две серии, там три и дропнул, типа говно. Вот. Далеко не всегда это так. Воу-воу, я не туда завернул. Как я? Или сейчас надо было направо заворачивать, блин. Тихо! Да. О, мускрип нити у меня был на DVD, что ли? Брат тут-то притаскивал. До сюда доходил, а дальше хрен. Так, надо сейвиться, что ли? То еще опять вам в туалете замочим. Будет некрасиво. Мистер дефектный Магико. Какой дурак. Все бесполезно. Вы не понимаете? Невозможно убежать от меня. Потому что ты это я. Нега Магека. И... А теперь отдай мне эту школьницу. Нет, спасибо. Вас, слезоточив газ. Глазки. Пока идиотский король Мадека плакал, Янака и дефект Мадека убежали с места событий. И какова же будет их судьба? Вау! Мистер Дефект Мадека, а? Почему вы плачете, мисс? Мне так жаль. Ты, я тебя задержал, что ли, что-то такое, типа, седьмая вина. И вы ничего не сделали неправильно, мисс. Ты меня защищал всю дорогу. Я это делал, потому что я хотел. Тебе не нужно волноваться об этом. Ха-ха. Мисс Ранни Мадико назвал меня Нега Мадека, верно? Возможно, ты уже все поняла. Но я седьмой и последний особый Мадека.
Негомодека мое настоящее имя. И как подразумевается, я противоположность этого чертового Мадека. Короля Мадека имею в виду. Не надо больше эффекта Мадека. Твои раны. Я это должен сказать тебе, мисс. Тогда... Я кое-что понял истинного себя и почему я существую. Мадека, твои пути неверны. Ты не должен так поступать. Что на тебя нашло? Это все неправильно. Это настолько разрушит. Игноранс из близ. Ну, в общем-то... Игнорирование — это блаженство, типа того. Вы должны догадаться, я не знаю, какой русский аналог у этой фразочки, выражения. Существует много вещей. Ты, в общем-то, будешь более радостный, если не будешь их замечать. Да. Незнание, блаженство, типа того, там все дела. Вон педобир там, вон. Оригинально еще дает. Ты просто отворачиваешься, ты убегаешь от реальности. И это чё? Типа неправильно, это таков мой путь. Так я все продумал, Мадека. Почему? Дефектный. Ты дефектный. Ты отрекся, типа, от нашей сингулярности, поэтому тебе нельзя позволить жить дальше. Вот. Но я всегда знал, что все закончится вот так. Это все было предрешено. Рисуйте Нега... Нет, рисуйте этого дефектного Мадека. Сэр, сэр, Мадека. Типа, я тебя смогу без проблем убить или что-то такое. Квалом, скорее знает. Я много раз сопротивлялся с тех пор. Убил бесчисленное количество мадекасов. Испытал на себе много ран. Мне даже ухо оторвали. И однажды я осознал, что это все было беспонтово, бесполезно. Это все было предрешено, но я не сдавался. Я видел лучик надежды. Верил в лучик надежды. Но это ли то, ради чего стоит окровавить свои руки? Должен ли я не сдаваться до такой степени? Поэтому я... Я сдался. Я даже не стал сопротивляться. Эффект Мадека. Мне уже все равно. Я думал, что я могу умереть. Просто так. Кстати, умереть. Такие дела. Но потом ты появилась, мисс. Ну, что-то какая-то жируха, концовка, я не знаю, сопли какие-то развели. Это вообще не стиль игры. Ни разу. Когда ты мне дала ключ от этой тяжелой штуки, я захотел снова верить в эту надежду, в себя. Вот это вот вообще вот, ну, ни к чему это отвечаю. Мисс, я не знаю, в какой мир вы хотите попасть или что-то такое. Я не могу это решить. За вас верен ли этот путь? Но если хочешь, я тебя проведу туда. Так что должна идти сейчас. Послушай, я их удержу. Ты немного подожди, посмотри, а потом рванешь на седьмой этаж резко. Вот. Все в порядке, я знаю, что ты не потеряешься. Что ты говоришь такого? Нет, мы убежим вместе. Невозможно. Они меня быстро найдут по запаху крови. Но с собой все будет в порядке. Моя кровь прикроет твой запах. Ах, на тебе ее так много. Все твою одежду перепачкал, мисс. Эффектный Мадико.
Извини, что я тебя не проводил до самого конца. Нет, нет, я не хочу этого всего. Эффектный модикон. Нет, ты должна бежать. Нет, нет. Мисс, если тебя здесь поймают, все будет тут опрасно. По крайней мере, почувствуй, подумай о моих чувствах. Я не могу это переводить, это кошмарно. Пацаны, ты отвечаю. Опять влажные мечты жирухи начали внутри. Реально, все, что переводит ВГ Персон, вот это вот ВГ Химии, все скатывается в жирушное говно, вот по-любому. Не может не быть в ее переводах вот этого вот это вот говна от жирух. Да, усиление очень сильно идет. Ты меня поняла? Спасибо. И вот, короче, фишка в том, что ей пишут, кидают там народ, типа, куча таких обскурных, крутых RPG-игр на RPG-мейкере. Она говорит, она пишет, писывается, что это все говно, типа, я говно не перевожу там, да. Я перевожу только отличные, лучшие игры. Вот. И вот это вот, каждый раз вот это вот я вижу. Вот эти вот жирушные страдания, вот. В каждой игре есть жирушные страдания у нее. Она говорит, что она переводит только отличные вещи, она говно не переводит. И там кидают всякое, там чисто дофига всякого крутого там пацаны бросают, типа. А вот таки нет, типа, я такое не перевожу дерьмо. Нет, это я тебе должна благодарить. Сниф, сниф. С твоей помощью я так далеко добралась. Ты спасла меня тоже, мисс. Ты правда спасла. А теперь иди. Они скоро придут сюда. А? Берегись, мисс. Сделал все так, как я тебе сказал, верно? Поняла? Да. Ха-ха. Увидимся, Янака. It feels so much, it feels, а? Не уходи, а? Дефектный манипулятор. Янака-тан, где ты? На этот раз я принял свое лекарство от этой простуды. Я тебя вынюхаю где угодно. А, ну это, кто не видел первый стрим, этот чувак пытался вынюхать ее в самом начале, но у него был насморк. Потом попытался достать радар лолей. У него был специальный радар лолей, он разработал, чтобы находить лолей и рейпать их. Но радар лолей у него сломался тоже. И он весь расстроенный расплакался. Вот, а теперь вот пришел тот же самый, походу, Мадико. Вылечил свою простуду. И Анаки здесь нет. Что значит, что ее здесь нет? Дебила, она убежала на 7-й этаж, пока вы тут болтались. Я уже уверен, что она в своем мире. Какого? Ты, она же школьница. Очень ценная. Как ты мог ее так легко отпустить? Кому какая разница? Ты! Пацаны, ловите его. Сожжем его. Я... Ты не убежишь от нас. Бежать? Да, мне надоело уже бежать. Слишком медленные. Такой чистый ниндзя. Ае. Такой быстрый. Так вот, ты еще типа такой сильный все еще. Один на один в центре карты. А, как я и ожидал. Итак, что дальше? А дальше ты.
Это камера. Там же, как ты знаешь, что это невозможно. Я не могу сдаться. Ясно. Подай. Энгарте. Файтан 10 из 10. Итак, ты показываешь свои истинные цвета. Это так прикольно убивать чуваков, которые меня раздражают. Вот это вот, да, анимация лучше, чем в ваших, блин, этих современных играх. Нигде такого нет, отвечаю. Попался. Мой меч. Я его заберу. Давай закончим это. Я не могу вытащить мечи. Что ты? Мухаха. Я тебе не говорил, что ли? Все бесполезно. Крипи. Спуки скери. Смотри. В окно. Прыгаю в окно. Такой печальный конец. Подготовка завершена. Отлично. Ты. Тебе никогда не понять. Поджигайте. Да, сэр. Нет, не надо, нет. Мисс. Спасибо. Хангахэ, хангахэ. Сниф, сниф. Хнык, хнык. Пламя горело. Делай дефектного бодико. Все полыхало. Вот. Нам вернули управление. Бежать, 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 бежать. Ну тут на самом деле как-то геймплей очень редуцирован в этой игре. Сведен к минимуму, я бы даже сказал. Никаких головоломок вообще ни хрена нет. Чисто военка прям. Много болтовни. Да-да, военка. То есть геймплей это пройти от точки X к точке Y. В прямом смысле пройти и ничего не делать, там только иногда что-то где-то тыкнуть и все. Да, Янага классная. Да и Мадико сами такие милые пушистые зверушки. Уж больно они ламповые. Проскиты, хвала проскиты, иди в шопу.
Оу. Войти через дверь? Нет. Ладно, войди. Поезде очутилась. Это... А, или автобус. Автобус, на котором все время езжу. И правда, я просто заснула на поезде, потом села на автобус, а потом все было сном. Нет. Это был не сон. Дефектный Бадико. Ах, почти моя остановка. Привет, Класти. Ну, это замок Бадико. Есть такая Джерухи. Игрулька. Переводик. Не очень свежий уже, потому что я много пропускал. Много не стримил. В долги ушло. Скажем так, где-то в конце прошлого года, по-моему, перевод был. А у меня все еще есть. А, о, вся эта мы с собой. Та же панцова. СД начитается своих тиви-тропов и порится потом в чатик. Я добралась до дома. Так, подниматься наверх не хочу. Наверх я чую рано. Да брат какой-то очень мутный парень, честно говоря, я так и не понял пока. Он роль играет тут. Шинья. Добро пожаловать домой, Янака. Давно не виделись, да? Ты опаздываешь? Да, немного. Я думал, ты домой не придешь, знаешь ли. А это... Да, так и есть. Это именно то, о чем ты подумала. Сначала перерезал всем глотки. Потом они не могли говорить. Поэтому они бегали как жучки туда-сюда. Ловили воздух. Они много дергались. И вот всю комнату засрали. Это было довольно таким испытанием разделывать их. А так как ты опоздала, то у меня было порядочно времени возиться с ними. Ясно. Да-да. Ну, теперь твой черед, Янака. Да все в порядке, я быстро закончу. Иди сюда. Иди давай, что ты, братишка. Попался. Братишка. Прекрати, братишка, постой. Братишка, братишка. Не-не. Янака.
ЦГ. Заработали себе ЦГ. БДН 7. Фальшивая истина. Или как? Выдуманная истина. Так, а если по... Оу-оу-оу! Оу! Да едить твою! Да, это все потому что... Не, парашют-то, как там правильно? Парашют-то, что ли? Довольно долгая концовка, я бы сказал. И даже не проскипы все эти. Разрезание. Вау-вау. Какой-то медленный. Бифор его собьет машина. Тогда будет топ-кек. О, автобус. Я сейчас обратно уезжаю в Мадека замк. Типа там было лучше. Я знал, что это произойдет. Я люблю братика. Так сильно, но... Я не хочу умирать. Эффектная маяка тоже. Да, классный тут геймплей, я говорю уже. Редуцирован просто. Он вообще сведен к ни к чему. По-хорошему. Это военка такая большая. Нет ни головоломок, ничего. То есть вот так вот перебежать из одной точки в другую. И смотреть дальше болтовню. Мне было страшно убирать, поэтому и бежала. Что я делаю? Дефект Мэдико мне помог добраться до сюда. А я убегаю. Я не могу бежать. Если я побегу, то все было напрасно. Братишка, я не можем быть счастливыми. Так и есть. Извини, братишка, я вернусь. Кнопка остановки. Чем он прошел мимо? Че, серьезно, замок? Что, почему? Он ускоряется. Водитель. Я хочу сойти. Это экспресс, мисс. Ты, Модеге. Спасибо, что сели на прямой поезд в замок Модека. Let's put the pedal to the metal. Вот мы и прибыли. Убить водителя. Yes, hi, ok. Yes, hi, ok. Hi. Уже ведь концовка не изменится, да, от того, что я убил его. Я так понимаю, теперь тоже все равно. Вау. Бегущий Моги. Встреча Моги. Безумная Моги.
7 магикосов мне. Поединок моге. А вот мы к королю пришли. Эй, добро пожаловать обратно, модиги. Чё ты такое говоришь, э? Я не сюда должна вернуться. Лидер! Старогий, я возвращаюсь, братишки. Я не могу на вас тратить время. Эх, вей. Вейт, please wait. Извини, я был слишком упрямым. Я извинюсь. Да погоди. Янака быстренько срулила. Такие дела. Вендинг машин. Вернись, он же плакат. О, пройти. Чисто куда надо. Кстати, изображение Янаки справа, ну вы поняли, да? Если кто не заметил. Довольно такое. Угловатое. Не бегать в коридорах. Не курить. Я ненавижу поезда. О, на пути в фальшивье. Не знаю. А чё за Light Trains? Да, она совсем угловатая уже, Янака. Угловатей некуда. Братишка, старый, ты ушел уже? Добро пожаловать домой. Когда ты убежала, это меня напугало. Братишка, извини, твой разум сломался. Я больше никуда не пойду. Я рад это слышать. У них обоих теперь красные глаза. Что у нее, что у него? Братишка. Почему? 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 Почему ты не увернулся? Почему? Пушка вообще. Почему? Потому что я хотел окончить это все. А, извини, что причинил тебе столько проблем. Да не, ничего подобного. Я рад, что ты покончил со всем этим. Братишка. Братишка, ты вернулся. Извини. Все пошло не очень хорошо. Братишка.
Наконец, мы наконец встретились. Добро пожаловать домой, братишка. Я вернулся. Спокойной ночи. А, я... Так рада. Я ни хрена не понял, пацаны. Ни хрена. The fuck is happening? Адок. Такие дела, пацаны. Вот вам true ending с замком Мадикова. Да, развязка, когда начались вот эти все салустрадания, жиры и прочее, вот это вот вообще не в тему просто, ну никак. Мне очень дико не понравилось. Причем до этого, как бы, момента реально намеков на это никаких не было. Даже предпосылок того, что все скатится в жирное говно, не было. А тут вот прям в конце как началось, как полилось, и меня просто унесло нафиг. Очень плохо, конечно. Ножичек. Да, end you. В конце end you. Где такой чисто заплакал в этот момент. Когда в конце тебе в титрах пишут end you, в числе тех, кому спасибо, ты начинаешь плакать каждый раз. Грин, ну что-то я не знаю, тебе реально хочется в этот режим что-то играть? Я что-то как-то... Как-то даже не знаю. Попробовать, ну хрен знает, может и можно. Попробовать. Хэппи-энд. А, точно, все начиналось с того, что это вообще сказка, я вспомнил. Я забыл, все же начиналось с того, что сказка даже. Ну как, понравилось? Эта книга мне и правда навевает воспоминания. Я написал ее сам, знаешь ли. Она была популярна в нашем замке некоторое время. Та форма, которую счастье приобретает, различается между людьми. Это довольно сложная тема. Но никто не может определить счастье. Ну, по крайней мере, уверенно. Я ничего не понимаю. И ты. А ты что насчет тебя, эй? Разве не всегда ли так было? Твоя история закончилась в тот самый день. Ты была счастлива. А сейчас? Ну, Янака. Спуки скери. Ага. Ага. Ясно. Думаю, что нет, да? Ха-ха-ха. Ты думала, тебя полегчает от всех этих лекарств? Да нет, если у тебя... разум уже поломан, то Магитан ничем не поможет. Сломано. Все дружно, ну-ка. Сломано. Эй. Эй, Янака, Янака. В чё поиграем сегодня? А, не слышишь меня? Типа, с
устаешь, что ли, знаешь. А, да, довольно устаю тут сидеть, тащить вот это вот все шоу один. Разве это не прикольно? Ты можешь спать счастливый. А я могу с тобой играться. Ох, Вэй, он чё, её рейпал все это время? Ох, Вэй. Не волнуйся, я всегда буду рядом с тобой. Так что спи всю свою оставшуюся жизнь с этим облегчением, Юнака. What the fuck? Давай, пойдем поиграем с Магитаном. Отлично. Не, игра начиналась с того, что это история. То есть, говорит, типа, сейчас я расскажу историю. Вот этот вот чувак сидел в кроватке. Где Магека, там кошмар. Ват? Ты еще не конец? А, трейлер. Про шалашаску русского генерала. Outer Russia. Магеков, да, это Магеков, Ашаска. Генерал Хашаскис, Great Adventure. Реалист ТБД. Блин, ну, если это была не шутка сейчас просто, а реально как бы целую игру про генерала Хашаску в Рашке про его путешествие, это будет вообще пушка. 10 из 10. Бонус рум. Return to title. Давайте в бонус рум зайдем, что такое. Воу! Эй, это бонус комната. Ты можешь увидеть все ЦГ-шечки из игры, дополнительный контент и профили для каждого персонажа. Если выйдешь сейчас, то игра начнется заново. И ты оставишься этому свое при себе. Можешь зайти сюда в будущем. Я добавлю бонус рум в твой инвентарь, чтобы ты могла юзать его. В любом случае, спасибо за игру. Иди пожри там или еще что. Пролитое коло. Мементо мори. Саппорт тайм моги. Щи Джимми. Хардбернс бэт. Понимаю. Чё это за... Ожог, сердечный ожог. Не знаю, явно какой-то термин. Но я не знаю, что он означает. А, ну так вот, тут вся история начиналась с того, что это рассказ вот этого короля Магека, а это Ижога Хардберн, ни хрена себе, как они называют. Вся история начиналась с того, что этот вот король Магико сидит перед кроваткой и рассказывает историю, там говорит, типа, сейчас я тебе расскажу историю, она немного там пошлая и все такое, но, типа, тебе норм будет. Вот он начинает рассказывать Янаке, лежащей же, ее историю. А она, походу, вообще на каких-то лекарствах сидела и какая-то поехавшая. Что-то хрезает, реально, дичь полная. Ну, типа, в конце показал, что это, типа, все была книга написана им. Что это события, типа, было их лет.
Это пародия на картину. Как боженька присела. На Пасху, да. Диджеба. А, кстати, я не понял, что за девки вообще, кто такие были. Они мелькали, а с ним ничего не понятно. Да, было понятно, что они какое-то шоу видят или что такое. Эй, здорово, утра, все, все дела. Время для Блади Радио с вашим призраком ведущим Диджей Мэтт. Сегодняшний гость Брацестус. Ну вот да, видите, Брацестус High School Girl, ну вы поняли. То есть все-таки было, походу. Hello, Брацестус. Ну как это, Юнака? Мысли по поводу Мадека Касла. Честно говоря, я больше не хочу в подобных местах появляться. Да, я уверена. Ты не волнуйся. Гайден будет еще более жестоким. И еще больше заберет всего у тебя. Гайден — это вот этот сиквел, который мы трейлер смотрели про этого. Про генерала Шаску этого. Ладно, это в сторону. Я появлялся в этой игре, скажем так. Ты меня замечала? Еще пару пацанов, ну знаешь ли, не постой, Гайден, чё? Я не слышала. Ладно. Идем. Questions and answers. Часть программы. Наш первый вопрос от мистера Сана из Кей-префектуры. Пожалуйста, скажи, Янака, свой любимый типаж мужчины. Янака, что ты скажешь на это? Братик? Я и такой брацест. Омерзительно. Это не слишком жестоко. Но это же все правда. Ну, смотри. Ладно, двигаемся дальше. От пошлячки Льюди. Пожалуйста, скажи первый роман с Янаки. Братик? Серьезно, это же инцест. Ну ты дура. Ты все не так поняла. Это была чистая любовь. Да, любовь, вся суть в мотивах. Опять ты ошибаешься. Ладно, чистый инцест. Так и запишем. Безмозглая дура. От «Я люблю панцу». Пожалуйста, скажи нам, любимого человека Янаки. Мы знаем, что это твой мерзкий братик. А это что, не так? Давай посмотрим на другие вопросы. Может, дадим тебе немного шансов. От Хашаски. Почему Янака была главным героем этой игры? Ты кому какая разница? Какого? Зачем вы меня спрашиваете? Мне вообще все равно. Это жестоко, жестоко. Заткнись. Бромантичка. Ты должна извиниться перед всеми любителями своих братиков по всей Японии. Ты признаешь его? Да, я иногда ходила в Мадико замок время от времени. Так, я не такая дохлячая, как ты. То я могу мочить всех этих мадикосов налево-направо. Ну, я всего лишь человек. Чё ты от меня ждёшь? Возможно, ничего, дура. Ты жестокая. Ну и так, Янака. Да. Почему так любишь сильно братика? Почему? Ох, господи. Ты кого точишь? Да, иногда случается. Это можно сказать пот или что-то там вроде. Какая-то странная. Как говорит. Извращенка да братика. Все дела. Это нормально. Тем более ты повидал кучу крови, ты разве не привык к ней уже? Ну да. Тогда получай.
Эй, что ты делаешь, прекрати? Ва, какая грязная кровь. Ты мне напоминаешь Фадико. Нет, та совсем поехавшая. Она была очень страшная. Да, я была тоже атакована в один из ее приступов. Что произошло? Да, я убежала. А, я так и поняла. Обратно к вопросам от Флоттербая. Ну да, Флоттербай — это такие эти, как Баттерфляй маленькие летали, только Флоттербай назывались почему-то. Почему Янака? У Янаки прикрыт один глазик. Ну, почему? Чтобы выглядеть как братик. Это совсем пределами дерзительного. Это уже противно на физическом уровне. Ты такая грубая. Как ты можешь так сильно любить его? Мерзко-мерзко. Я ничего не могу поделать с моей любовью, понятно? Ну не опасно ли ездить на велике, когда там прикрываешь один глаз? Ну я не езжу на велике. Ну не волнуйся. Я езжу так, что можешь ездить сзади меня. А, многообещающе. А, болтая всякой фигне, у нас уже время заканчивается. Это твоя вина. Инако, последнее слово от тебя к игрокам, пожалуйста. И... Ребятки, спасибо, что играли в Манекен Замок. Чё, и всё? Ну, игра была слишком мерзкая для меня, чтобы что-то ещё сказать. Да, так и есть. Ладно, заканчиваем с Кровавым Радио. Это был Диджей Мэтт и Янака Курай. И в следующий раз, на следующей неделе. Да кто его знает. Пока-пока, пока-пока. Такие дела. Эти ЦГ. Кстати, не все. Двух ЦГ не хватает. Записка, релиз, 1 апреля 2012. Книги с кучей записок, Сарна, смотри. Чтобы убить Мадека. Чтобы убить Мадека, нужно сделать следующего. Вытащить хвост. И вуаля. Мадека выблевывает кучу крови и умирает. Хобби Нега Мадека. Это Кинг Мадека. Сегодня, я думаю, раскрою шокирующий хобби Нега Мадеки. Это который дефектный Нега Мадека. Кто не помнит. Я сделаю копию этой записки и распространю по всему королевству. Ага. Итак. Этот Нега Мадека. Я чувствую сильное кровожадие за дверью. Так что, наверное, сегодня я закончу. Адьё. Да. Magic spell. Если повторить следующее заклинание, то чудо случится. Хвала Броскита. Броскита, тратите. Броскита, прайсте про Броскит. Шучу. Мадико. Ей нравятся эти. Как их ляжки и хвостики. Типа того. Это очень важная стоп-секрет информация. Мадитан умрет через пару дней по-любому. Записка покрыта кровью. Фашацка. Пока они выглядят как мадикосы, они абсолютно другие существа. Их расположений, действиях и прочем. Одно общее — любовь к Проскита, однако Проскита... Чего из интервертуса на имя Omnipotent Entity Razors, я сейчас консилирую ТВГ Снэк. Да, для них это не нечто супер важное, а для них это Снэк — обычный прикус. Но они при этом любят, обожают замерзший йогурт. Возможно, это... Бог их ледяной стороны. Ну да, Рашка, все дела. Хашаски все еще покрыты загадкой. Особенности их лидер, генерал Хашаски. Истинная вот энигма, хрен знает, переводится. Дальнейшие исследования необходимы.
будет проблемно, если Мадико найдет эту записку. Поэтому ее не спрячу. Ее интересы вот лежат в подобных вот дебильных вещах. Записка покрыта кровью. New Game Preview. А, это и есть трейлер, да, этого? Гайден. Хашаски Гайден. Я его скипнуть не могу. Ты вы чё, угорать? Нахрен так делать? Смотрим. Чё, без вариантов теперь. Дела, Тубинанс, все дела. Вот очень ждем. Всем Омск. Дрессинг рум. Change causes. Пушка. Из 10. О-о-о. Вау. Вот, лучший костюм, короче. Change BGM. Change background. Воу. Dark Forest. Bloodpool, Lord and Haven, The Sky. Во! Лучше чисто Mother Russia. А, это профиль персонажей. Любит братика. Школьница, которая любит своего братика. Кстати, ни хрена не опровергнули Винцест. Наоборот, из этого радио так понятно, что все-таки что-то было. Девочка, созданная мадикосами. Конфетки, табак и, в общем-то, это были идеальные ингредиенты для создания идеальной маленькой девочки. Но они добавили цемент вместо конфеток, и получился психопат. Это, короче, мадикосы сделали, видимо, эксперименты по созданию своих лолей. Они что-то играют по лолям, по школьницам, видимо, даже. Вот, и у них провалился эксперимент, и получился вот эта мадика. Ну, это мадика. Hates head being NA. Тупушка. Heads being not available. Hobby gardening likes fragrant leaves. Hates rainy season. Это за мифоманика. Спадерос не смелось fall pretense can talk, but it's actually quite eloquent. Хрен знает, что такое. Likes girls. Вот. Хобби Магеков Хашаски.
Making snowman likes frozen yogurt, hates scary people. Генерал, рожденный в Модиков в Кремлине, не знает русский. Был похищен и заперт Модико. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хашаский. Тоже самое любит. Загадочные существа, рожденные в Модиков в Кремлин. Похожи на Модикосов, однако иные. Они все преданы своему генералу. Девочка с безжизненными глазами. Обыкновенная школьница. Да, вот эти вот обыкновенные школьницы. Призрак, который любит убивать людей. Также работает диджеем. Хацуна. Обыкновенный демон. Искала свой потерянный мобильник в замке Медико. Вот я не нашел ее мобильник, ни хрена. А может быть, тут же при New Game вся этому сохраняется, было написано. То есть он где-то дальше по игре лежит, и нужно в New Game уже будет прийти к ней. Потому что я вот до этих пор как бы не нашел ни хрена. А это искала Курацуну в свою очередь. Старший братик Янаки, любит Янаку. Что-то случилось в прошлом, детали неизвестны. Лорд Проскита. Единственный бог, который снизошел на землю. Святая сущность. Одна такая, никаких других нет. Так, жалко, здесь нельзя глянуть концовки, конечно. Серфмагеку. Вообще пушечка. Я бы съел его. Можем присоединиться еще раз. Так, ладно, пацаны. Вроде все осмотрели. Крутая комната, на самом деле. Выпила свое лекарство. О, ясно. Я надеюсь, и скоро полегчает. Это с самого начала игры. Вот, я прочту историю. Sad, Violent and Pervy. Ну вот, ладно. Врубаем. Так как это уже все видели, так теперь ютубик и будем смотреть все концовки, какие там были. Ща. Марево какое-то там везде. Так. Медико. Касл. Эндингс. All Endings. 28 минут. Даже не знаю. Warning. This game contains more than a few. Am I? Со озвучкой. Блин, я. Блин, простите, я это не осилил. Там слишком аутизм. Слишком. Подписание. Блин, ладно. Можно я замьючу этого чмошника и по таймингу буду смотреть просто. Normal ending, happy end, true end. 14.28, normal end. 14.28. Ладно. Кошмар какой-то. Да я так промотал хрены. Тут только normal end и true end, как бы, и все уже.
Другого нет. Бэдэнда я все открывал, по-моему, кроме одного, но и хрен бы с ним. Я даже не помню, какой у него номер. Так что... Не такие-то они и крутые. Brother, is the old you gone now? Welcome home. When you took off, it startled me. Brother, I'm sorry. Your mind is broken. Голос уровня PewDiePie, я просто не могу. Не, личинки бабочек меня съедали, СД. Точно съедали. Там надо достаточно зайти в комнату просто и все. Brother. Why? Brother. Why? Why? Disgusting. Этот петух, это звучит. Why? Didn't you dodge? Не, хэппи с 22 минуты. I killed him. Я с 14. I killed brother. I... Ah, what travesty. The ones to pay those who aided you instead with death. Such sin weighs heavy as darkness. Alas, thou must receive punishment. For thou hast lost the way of truth. Now, proceed into the world of falsehood. What? I don't understand. I don't get this. What? Gave even this body to save us, what? Help me, always. Oh. Advise me when I knew nothing. Imparted a key to open the door to the future. Guided me on the path I ought to take. Helped us to his final moments. Led us on the Lord's divine light. I see. Yeah, let the cross of blood guide you, Yonaka. Моге! Моге! Моге, come down! Моге! Это мерзительно! Bring me all the katan so we can play! Просто 0 из 10! To get away! Then I'll play with you! Come! First, triangle holds torture! No! I'll have you go till and trace blew out your butt! Алса немного похожа на Гендама. Но только у Гендама божественный голос, нет, говно. А вот выразительность, именно вот выразительность. Behind you, I'm safe. Yonaka-chan. Why'd you run, huh? Play with Mogeko. That's right. I killed brother. So... I walked around last, and found myself back here. What first? Maybe rip off your nails, chop off your fingers, and smear you with salt. Hey, say something. Brother. Snap. Up spray. Моге! Wait, she died. Did she? Могеко! Don't worry. I didn't kill her. Huh? Why not? You should have! But I will kill... you. Eh...
I have a grip strength of 70. Stop! Not the face! Not the face! Not! Leader! What a horrible thing! Oh, so that's the hat. Awesome. She put on the king's scalp. Скальп короля. I am this land's king. What? Today, this is Yomaka Castle. Say what? Don't be stupid. Puff spray. The one who inherits King Mogaka's power becomes king. Obey me. Ah, yes, everything in this castle should be as I will it. I, to bring back brother, I will. Praise be to Persephone. Should it be? No way, Lord Presido. Ну да, она типа этот местный бог оказался. The awakening of a god. I forgive the sin of all Mogaka. Oh, our Lord! Oh, Lord, the one true god of Presido. Radiant and beautiful. Oh, Lord. And so, Mogaka Kingdom bathed in divine light, and peace came upon the world. Oh, our Lord. Radiant and beautiful, the one true god of Presido. Yes. Вот, Happy and Truant, это уже мы видели, все, пацаны. Все отстримил. Че могу на финал сказать, что игра, в принципе, понравилась. Так, на 7 из 10, я бы сказал. Уже действительно очень сильно не хватает геймплея, хоть какого-либо тут реально его буквально нет. Можно сказать, что это ВНК. Ну и без жира говна не обошлось. Естественно, это же перевод от Вагахими, как его могло не быть здесь. Такие дела. Вот, но все равно, на фоне многого другого, это хорошее, мне понравилось. Так что, можете рекомендовать своим друзьям, не промахнетесь. Вот, всем пока.